Опять зашел в какой-то чапыжник. Очередной чапыжник. Вот меня несет, а? Вот это меня несет. Тут какая-то болото. А, значит, здесь должны быть бугорки. Сейчас я просто это место уже хорошо знаю. Вот, по бугоркам здесь бывают даже очень неплохие грибки растут. Вот они и бугорочки. Вот они. О. Поднялись на бугорочек. Вот, правда, по нему очень сложно идти. Что это за отвал непонятный. Но, судя по всему, хожу не я один здесь. Вот, потому что тропиночка здесь набита. Набита. Уже возвращаюсь назад и встречаю грибочек. Гриб, который пропустил, когда туда шел. Вон он, красненький. Красненький, я же говорю, здесь вот эти хорошие грибки встречаются. Вот он, вот он. Вот он. Боровой подосиновик. О, красавец. Ой, как мне такие нравятся. Раннее утро. И вот такие грибки. На, смак. Шикарненько. Вот, и самое главное, что вот я его уже фактически и пропустил. Потому что шел туда, и я его не заметил. Вот видите, как под другим углом. Начал смотреть под другим углом. И вот тебе и результат. Так, вот там что такое? Это или зайчик? Нет, это зайчик. Вот видишь, даже зайчик солнечный, мне показалось, что это гриб. Вот, вот. Когда кажется, это значит уже зрение настроено. Хорошо. Так, вот. О! Ой, классное, классное, классное семейство-то. О! Ой, тут и подберезовички хорошие. О, подосиновики. Да не просто подосиновики, а белоголовики. Вот они. Ух ты. Ух ты, какие. Три штучки сразу. Три. Так, нет, не три, а четыре. Вот четвертый выглядывает. Вот он, четвертый. Опа. Опа. О, не четыре, а пять. Вон, вон еще один стоит. Сейчас мы к нему подползем. Так, вот он. Ты смотри-ка. Подосиночек. Вот как легко их спутать с этими, с подберезовиками. Очень легко. Вот, ну вот именно это, это все-таки подосиновики. Вот. О, 6, 7, 7. Вот, вот еще. Вот они растут. Или 8. Там нет, один сгнивший. Вот этот сгнивший. Вот. Хотя, нет, все-таки 8. Тут их 2 маленьких. Вон они. Слушай, даже и не заметил с самого начала. Ох ты. Неплохо. Ой. Ну, эта троица, это что-то. Ух ты, как они сидят-то крепко. Ёкаламане. Вот если мне сразу их сейчас выкрутить, не выкрутить. Придется мне их подрезать. И не вырвать их даже. Подрезать придется. Сейчас мы их ножичко пониже. Ой. Ух ты, даже длины ножа мне не хватает. О. Ой, это какие красавцы. О! Троица.
Шикарная троица. Так, вот он. А вот это интересно. Вот смотрю на белый. Смотрю на белый. Вон он. Стоит, ждет. Ставлю корзинку влево, а тут влево еще и подосиновик. О, вот он. Так, сейчас мы тебя отгребем. Слушай, ну надо же, как они вот. Смотрю на один, второй не вижу. Ой, подосиновичек. Классный. О! А беленький, вот он. Вот он, беленький. Меня в этом году что-то не балует наличие белых. Вот была волна. Вот, и что-то она вся сошла на нет. Вот. А вот сейчас собираю середину августа. Белых не так уж и много. Ну вот, сейчас будем смотреть. Ну, судя по всему, шляпка, ну, процентов на 90 нормальная. Вон, и уже видно. Насчет ножки сейчас посмотрим. Ну, ясненько. Ножка никудышная. Ну, шляпочка вроде ничего. На засушечку пойдет, на засушку. Еще один. Ух, какой бочоночек. О, посмотрите, прям бочонок. Тут еще маленький подберезовичек. Ну вот, смотрите, он какой-то мягковатый. Снизу он немножко он подплесневел. Я думаю, что это будет старенький подберезовик, поэтому мы его пока не возьмем. Ну а бочоночек, это супер. Супер-супер. Смотрим дальше. Дальше-то что? О, красавчик. Какие они красные. Какие они красные, а? Она же прям светится. О, вот он. Шикарненький грибочек. Смотри. Прячутся, не видно ничего. Вот здесь вот. Если бы шляпка не красная была, ни за что бы не нашел. Сверху вообще не видно. О, вообще как будто ничего и нету. Вот за кустик заворачиваем. И вот так. Вот он стоит. О. О. Красавчик. Красноголовик. О. Вот, сорвал трех подосиновиков. Три подосиновика. Вот. Но не снимал их. Не снимал. А вот дальше, думаю, не буду снимать. А как глянул туда вперед, а тут что творится, ё-моё. Вот давайте попрыгаем от кочки к кочке. Вот раз подосиновик. Это не считая того, что я еще нашел. Так, вот этот мы не считаем. Это вообще подберезовик гнилой. Вот два. Вот он два. Аж подкосился бедненький. Что ж его тут подкосило. А, это он из-под этой, из-под палочки растет. Так, смотрим дальше. О, смотрите. Три маленькие. Вот самое главное мне не забыть, где они растут. Это здесь подберезовик. А вот четыре. Вот он прячется. Вот он прячется. И самое главное, муравьев здесь куча, миллион муравьев, а? Пять. Так, вот он торчит. А здесь, за этим самым, смотрите, что творится. Шесть. Вот он. Вот он, семь. А если дальше пойти? А дальше вообще беспредел. Восемь.
8. А если дальше пойти, посмотрите, красавчики. Красавчики, какие они, красавчики. Вот они, 9, 10. За ним 11. Не, ну какие красивые, посмотрите, какие красивые, а. О, это ж как надо, ой, это можно сидеть и любоваться. Сидеть и любоваться, ну надо же. Вот такой вид у них. О, ох, красавчики. Поехали дальше. Поехали дальше. Вот эта полянка вся в подосиновиках, сплошь. Вот это 12. 12. Смотрим дальше. Вот это 13. 13. Вот он. Стоит, ждет. 13. Вот какие. Вот они, чистокровные. 13. А вот это 14-15. Вот они. 14-15. Ох, красавчики. Вот это концовочка у меня. Грибалочки. Концовка грибалки. Это фактически я сейчас заканчиваю. А у меня тут такое творится. Вот. Это я вот только навскидочку сейчас посмотрел. Вот. Если сейчас более детально высматривать, вот, мы сейчас найдем кучу маленьких наверняка. Вот, ну, как всегда, буду садиться срезать, вот, и всегда будет что-то еще лезть и попадаться. Вон, я уже вижу, вот там маленький неучтенный. Ну, в общем, плюс 3, итого это около 20 штук за раз. Вот это концовочка у меня грибалки. Вот видите, в таком буреломе. Ну какой дурак сюда полезет, а? Какой дурак сюда полезет? Ну вот, оказывается, в таких буреломах водятся грибы. Вон там я еще вижу. И прям в этом самом буреломе. Посмотрите, куда он забрался. О! Куда он забрался? Там их не один, а два. О, вон они. Я не буду туда опускаться. Он один маленький. Вот он. О, нет, и пока здесь, я, наверное, сейчас его достану. Не, ну муравьи. Ой, тут три. Вот я еще эти показываю, а этот не вижу. Откуда здесь столько муравьев? Вроде бы и муравейника-то не вижу. О, сейчас мы их вырвем все. Это выкрутим. Тяжело. Муравьи на меня накинулись. Не хотят отдавать мне грибки. Вот эти. Нет, вот этот у нас старенький. Этот старенький совсем. О, красавчики. Красавчики, красавчики. Я чувствую, если бы я сюда не зашел, вряд ли бы кто бы это вообще место нашел. И самое главное, муравьи, паразиты, муравьи, напали на меня. Вот. Цепляются за руку, прям впиваются в руку, как в добычу какую-то, как будто я ихняя добыча. Ну это просто невероятно. Невероятное везение мне сегодня. Подфартило. Подфартило. О! И опять куча муравьев. Ты смотри-ка. Куча муравьев. Штук 20. Я еще не все сорвал. Тут еще. Да вот еще, вот. Ой. Так, вот этот у нас вообще-то нет, старенький. Зря его сорвал, зря. Так, этот отличный, отменный. Так,
Где тут еще не забыть? Тут куча. Я еще не всех обошел. Надо же столько. Столько прям в одной, на одной, можно сказать, поляночке. Сейчас мне это надо все просмотреть будет еще. Ну вот там, конечно, это что-то. Прям в буреломе. Прям в буреломе. Смотрите, сколько. Вот. За раз. За раз, посмотрите. Это просто везение. Невероятное везение. Насчет раз столько подосиновиков. Даже не знаю сколько, уже со счета сбился. Даже и считать не буду. Говоря, Я молчу. Вот просто удача. Вот это удача. Давненько что-то у меня такого не было. Ух, лисички. И лисички здесь. И лисички. Ну, что-то мне не хочется сегодня лисички пропускать. Вот. Пожалуй, я тоже наберу их. Шикарненькие грибочки, шикарненькие. А это что-то тут уродливое стоит. Но это, тем не менее, это тоже подосиновик. Вот так вот. Вот она. Как просто искать, когда грибов много.